Меньше недели остается до грандиозного события в жизни Заречного – первого межрегионального стрит-дэнс-форума. Он стартует 19 сентября. Идея родилась у Вячеслава Владимировича Гладкова. Он посчитал развитие, необходимость приложить усилия к развитию на территории города Заречного уличного танцевального движения, поскольку можно вовлечь широкие массы подростков в это самое движение, если всего лишь помочь ему развиваться в нужном русле. Для участия в масштабном фестивале уличного танца к нам в город съедутся лучшие представители культуры стрит-дэнса со всей России. Всего около 300 человек. Однако вся прелесть форума не только в том, что перед зареченцами выступят знаменитые команды брейкеров и хип-хоперов. Горожане сами смогут принять участие в фестивале. Даже те, кто танцами не занимался никогда. Уже сейчас в школах города проходят мастер-классы для новичков. Они же и откроют программу фестиваля 19 сентября. В Центре здоровья и досуга начнет свою работу первый модуль стрит-дэнс-форума, так называемая учебка. В течение двух дней танцевальную технику хип-хоп зареченцам будет преподавать педагог пензенского танцевального клуба «Лил Хасл» Марина Кержнер. Вместе со всеми желающими она будет готовить массовый танец для заключительного гала-шоу форума. Кроме всего прочего, пришедшие на первое занятие 19 сентября в 17 часов получат специальный бейдж, который дает право посещать все события фестиваля абсолютно бесплатно. После новичков к учебе и обмену опытом приступят профессиональные брейкеры, хип-хоперы, стрит-дэнсеры. В течение, опять же, трех дней будут проводиться мастер-классы уже с педагогами из Москвы. К нам приезжает Данила Ситников, он основатель танцевальной студии «Доберман», престижный. Также он является победителем проекта «Танцы без правил» на ТНТ. И этот человек будет давать мастер-класс, который называется «Практикум» или «Профи», уже для людей, которые танцами занимаются. Занимаются более-менее профессионально. После знакомства, учебы начнется самое интересное. Заработает третий модуль форума под названием «Арт-лаборатория». Он будет проходить в виде эксперимента. Мы решили из всех участников форума, которые занимаются, возможно, немножко в разных направлениях, приехали из разных городов, собрать новые команды. То есть взять одного, скажем, брейкера, одного человека, который занимается там направлениями LA, кто-то там, может быть, тектоником каким-нибудь. Собрать из них новые команды и дать им задание. Вновь созданным командам нужно будет придумать свой оригинальный танец и исполнить его. Важные условия – перформанс должен проходить на одной из улиц города в любое время дня и ночи и быть неожиданным для окружающих. Такой своеобразный флешмоб. Допустим, ты идешь вот по площади города, там мимо универмага, либо парка, и раз, приезжает машина, открываются двери, включается музыка, как тут парни появляются, девчонки начинают танцевать. Несколько минут, раз, потом также мобильные исчезают. Каждое выступление будет фиксироваться на видео. После перформанса ролики выложат в социальную сеть, в группу стрит-дэнс-форума. Там же начнется открытое голосование за лучший видеоролик. Команда, которой отдадут большее предпочтение, получит денежное вознаграждение. Призовой фонд фестиваля составляет 50 тысяч рублей. Кульминацией форума станет грандиозное шоу в ангаре муниципального предприятия «Автотранс». Действительно, будет на что посмотреть. Массовый танец участников модуля «Учебка», выступления приезжих танцоров и, наконец, перформансы хедлайнеров стрит-дэнс-форума. Ведущим гала-шоу заявлен небезызвестный MC Ленин. Первый межрегиональный стрит-дэнс-форум обещает стать самым масштабным, грандиозным и ярким событием в жизни города за последние несколько лет. Кроме того, организаторы считают форум прекрасной возможностью привлечь к занятиям уличными танцами огромное количество зареченцев и развивать это движение дальше. Это всего лишь первый шаг к тому, чтобы прикладывать усилия к развитию танцевального уличного движения в городе. Последующими шагами будет и открытие школы-студии «Пространные танцы», которая в том числе и в направлении уличных танцев также будет работать. Светлана Демина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».